на чемпионате России время произвольного танца. И сейчас мы с вами станем свидетелями постановки спортсменов, представляющих Ростов-на-Дону. Это Алиса Крынюкова и Семен Нецев, которые будут кататься в произвольном танце под музыку из фильма «Титаник». Самым настоящим прорывом является текущий сезон для Алисы и Семена. В нынешнем сезоне они впервые выступили на этапах Гран-при, причем на сочинском турнире сумели подняться на пьедестал почета, впервые в карьере добравшись до столь серьезного успеха. И сейчас на волне вот этого достаточно успешного сезона, конечно же, они очень радуют своего тренера, а также маму Алисы Крынюковой, Евгению Крынюкову. Представляете, еще год назад этих спортсменов, по большому счету, знали только самые-самые преданные любители фигурного катания в Ростовской области, а сейчас они выступают на всю страну и выступают, надо признаться, с запоминающимися прокатами.
Я, конечно, не раз был в Ростове-на-Дону и проводил там и мастер-классы, и видел, как заслуженный работник физической культуры и спорта Давид Зинович Зильберман, который уже долгие годы возглавляет Федерацию фигурного катания Ростовской области, переживает, пытается сдвинуть этот тяжелый камень, чтобы как можно больше спортсменов, представляющих Ростовскую область, выступали на чемпионате России. И вот то, что появилась такая танцевальная пара, им они такие первооткрыватели, можно сказать. Это здорово, и здорово, что работа ведется, работа большая. Очень ждем Ледовый дворец в Ростове-на-Дону, чтобы все могли там и тренироваться, и выступать. Это очень-очень важно и, конечно, даст толчок для развития всех четырех видов фигурного катания в Ростовской области и в Ростове-на-Дону. Ну, а что касается самого танца, то, во-первых, здорово, что ребята в борьбе. Они борются. Сейчас у них очень важный момент, да, кто будет все-таки, удастся ли им сохранить свое лидерство над парой из Нижнего Новгорода. Мне кажется, что они были ближе к победе вот в этой дуэли между собой. Было много интересных находок, интересных элементов. Конечно, мы видим, что антропометрический партнер даже чуть ниже партнерши. Ему, наверное, сложнее, но она так собирается в эти поддержки, так подкручивается, что, в общем, в процессе катания, в процессе выступления их, это нивелируется. Активно помогает своему партнеру справиться со всеми, без исключения, элементами Алиса. Ну и сейчас мы их от души поздравляем с тем, что для них чемпионат России завершен. И он завершен успешно, да, они набирают больше 80 баллов и опережают Елизавету Кириллову и Марка Чагадаева в этой локальной борьбе, да. 133